Хей-хей-хей, всем привет! Сегодня 7 марта на дворе. Мы очень давно не снимали на лайв ничего. Сейчас покажу, пройдусь, чего успели добиться. Я плохо помню, что я снимал последний раз, поэтому покажу все, как это сейчас выглядит. Вот, зима потихонечку сдает свои позиции, все тает. Цеха частично запущенная, частично работаем. Часть народа продолжает делать ремонт, включая нас с Аскелем. Вот, в промежутках стараемся снимать для вас ролики на основной канал. Камерка валялась, вся засралась немножко. Вот, короче, это гора мусора. Она потихонечку оттаивает. Такая вот красивая куча, вон она туда до забора продолжается. Это свеженькое, это не свеженькое. Наверняка вам это было интересно. Вот, на самом деле, давненько не снимал, поэтому немножко туплю, уж извиняйте. Вот, кузница у нас почти без изменений. Идут мастер-классы. Вот, немножко добавилось там инструментария, то, что мы подраспаковали, что-то нашли, что-то доделали. Вот, процессы. Лип. Интересно, да, и у нас там уйти в серое. Не будем мешать процессу, хотя мы это уже сделали. Удалось недавно относительно раздобыть кислород, потому что в связи со всякими ковидными временами кислород вместо 400 рублей за баллон начал стоить 4000. В 10 раз изменилась цена. В 10, Карл. Но мы как бы помучились, нашли возможность замутить подешевле. Но все равно, сколько мы за кислород заплатили, дядя? Что-то косарь 200, по-моему, за баллон, да? Да. Что-то около того. Ну, как бы не 4, ну и не 400 рублей, как было когда-то. Вот, пополнили газ, и у нас теперь горит, работает горелка. Что же у нас происходит тут? Тут у нас товарищ слесарь в яме. Собственно, здесь у нас планировалось мастер-классное. Зашили, наконец, потолки, оставили вот эти балки. Не знаю, хватит ли у нас сил их покрасить. Там оставили отверстие для того, чтобы... Чё сказал? Нет. Они красивые, антуражные, в чме, в говне, с паутиной. Ну, они ржавые, просто камеры на камеру не видно. Короче, временка по свету, зашили все это гипсокартоном, но у нас есть небольшая проблема, а именно вот это вот отверстие в земле, которое можно назвать ямой. Раньше в ней чинили тачки, но нам она будет мешать, потому что наковальню на нее не поставишь, листом каким-нибудь ее не закроешь. Поэтому сегодня мы с дядей Аскелем будем варить опалубку, вырезать профлист, потом закажем кучу цемента, и частично ее зальем. А будет у нас тут некоторая плита. Сколько сантиметров? 40? Хочу. Сколько? Не, поменьше? 40, 12. Ну, 12, 14. Ну, 12 в яму. Здесь еще бортик же. Не-не-не, вот она. 5 сантиметров под края за счет профлиста. Ты уверен, 10... что она наковальненько выдержит? На 10-сантиметровой плите? Когда мы с тобой начинали обсуждение, ты хотел 40 сантиметров залить, я помню. Да. Вот. Ну, короче, зальем сколько получится, все посчитано. Вот этот дядька, по идее, все рассчитал, да? Trust me, I'm an engineer, да? Главное, чтобы у нас посетители вместе с наковальней и мастером не ухнулись в яму. Вот. А, соответственно, в самой яме мы для вот этого же инженера сделаем кабинет. С мокрицами, да. Вот, он сам захотел. Там вот есть такой люк потайной, там проход. Там темно, конечно, но там... Задний! За стенкой, соответственно, склад, и там будет лючок, откуда он сможет попадать в свою нычку. Лёшку себе здесь сделаешь, так, с мокричками. Вот. Расковыряли более-менее подвод воды, вот эти трубы. Сейчас залили их ВД-шкой, чтобы открутить. Будем накручивать свеженькие краны и проверять, есть ли у нас таки вода и отопление. Если нет, то придется всего лишь снова выкопать ебаную траншею метров на 8. Да, пацаны, нам же не впервой. И зимой хотя бы. И не в границе. Соответственно, здесь что у нас? Здесь тоже зашили все потолки. Здесь у нас сварочная зона. Все это зашито гипсокартоном. Ждет, когда мы сможем это все покрасить. Чтобы покрасить, нужна плюсовая температура.
А сейчас на улице типа 0 минус 1. То холодно, то тепло. В общем, была создана дверь там еще. Вот, здесь предполагается у нас быть чайная. И раздевалки там за стенкой, которой пока нет. Тоже потихонечку шьем потолок, утепляем. В будущем санузле у нас пока лежит хабар, да и не до него. Сортир тут есть, мы им пока пользуемся предоставленным. Что еще новенького? Шлифовалку. Я не помню, показывали мы вам шлифовалку. Она полноценно работает. На основном канале мы уже даже снимали. Здесь ведет работу Андрей Андреевич у нас. Который... На самом деле он умеет разговаривать, просто не хочет он с вами разговаривать, поэтому нам приходится имитировать его речь, да, Андрей Андреевич? Говорит, вот. Он большая стесняшка у нас. Ну, а тут склад и вход в аскелеп-кабинет, соответственно, будет вот там вот он, под панелью. О! Со дна уже стучат, блядь! Вот, ну тут немножко беспорядок, как и было исторически, так сказать. Тут тоже надо зашить потолки. Ну, как-то так вот где-то. Как-то так все это и происходит. Что я планирую сейчас? Я сейчас закреплю камеру на штативе и поставлю ее где-нибудь. Уж извините за статичные кадры. Потому что я либо снимаю, либо работаю, а мне надо работать и много. Кстати, если среди вас есть желающие, хотя, бля, это выйдет через пару месяцев, я уже к этому времени найду кого-нибудь, кто будет держать камеру вместо меня. Вот, в общем, следить за событиями. Внутреннее состояние труб. Это для тех, кто говорит, что в трубах не собирается шлам. Водопроводных труб. Слушай, они толстые прям. Да. Миллиметра по полтора, короче, толщиной. Ржавчинка. Местами с отложениями вот такими классными. Раньше эти трубы мы отрезали их от пожарного провода. Соберем. Ты пилишь по правильному, с подкладочкой. Четвертую такой, типа, да пофигу, я же профессионал. И забиваешь хуй на то, что ее зажмет. Вот чем это обычно заканчивается. На самом деле, в последнее время диски мало разлетаются прям. Вот, их вот так вот рвет, и это относительно безопасно. Ну, относительно, вы понимаете. Вот, поэтому рекомендую пилить на козлах.
И учитывать то, что когда вы пилите, у вас будет зажимать трубу. А, соответственно, можешь зажать диск. Я как бы схалтурил на последнем, потому что стало лень ее тащить. Не ленитесь. Значит, это может быть опасно для жизни. Так, трубы напилены. Лови. Ну, кидай. Наебать меня решил. Пока отбивал дублик, уговорил дядю Аскеля рассказать вам, что же мы, блядь, будем делать сегодня. Ну, мы делаем фактически два квадрата, вкидываем их внутрь, соответственно, ямы. Эти квадраты, как бы, они распирают верх и низ, плюс боковые стенки, чтобы оно не схлопнулось в случае чего. Вот, после чего вот эти два квадрата соединяем 3-10 трубами и кидаем в центр еще одну-две перемычки, после чего на это стелим профлист, вот, который мы заливаем бетоном. Поскольку это промышленный профлист с возможностью залива, то есть по нему вторые этажи льют, он работает как арматура. Мы даже, возможно, кинем какое-нибудь говно в виде арматуры, у нас много гвоздей. Вот. И, соответственно, впоследствии возьмем... Константин же говорил, он нашел бетономешалку за 700 рублей. В день, да, аренда, это... Хотя, если бы он нашел бетономешалку за 800 рублей, я был бы больше рад, это же можно. Как бы наши подписчики, Аскель, наверняка будут очень интересоваться, в каком же месте мы там интегрируем, как бы, членикс. Членикс? Да, усиливающую конструкцию. Я думаю, что вся поверхность будет обработана сварочными писюнами. Сварочные члениксы, да? Да. Хорошо. Возможно, сварочные трискели будет. Вот. Ну, как бы мы льем фундамент, это по сути, да, ну, да, как бы... Да, основа. Да, основа. А основа, поскольку вся все должно крепко стоять. Крепко, да, стоять, да, все должно, вот, крепко. Мало того, что крепко стоять, еще это фундамент, основа жизни, поэтому надо все сбагрить, так сказать, чтобы не играло, не гуляло, прям внутренней, мужской, крепкой силой. Коня позовем. Я знаю, что мы будем замешивать. Но это для того, чтобы не замерзало, да? Чтобы, да, смесь лучше вставала, так сказать. Мы используем присадку, да, зимнюю. Я слышал, что нужно добавить что-то синенького. Кстати, бля, у меня телефона с собой нет. Как раз я сегодня нашел синие бутылки незамерзайки и ускорителя твердения для бетона. Отлично. 5-литровая канистра ускорителя твердения. Главное не глотнуть. Напилили трупы уголков. Аскель варит первую перемычку. Я-то думаю, чё, блядь, у меня маска, сука, перестает работать, блядь, ты мне светишь, она разбавляет. Я думаю, хуй я зайцов ловлю. Прости, но камера просто это выглядит как, просто черная яма и все. На самом деле она выглядит вот так. Ты там это, подышать вылезай периодически. Всё в порядке. Ну, я если что, тебя вытащу, конечно. Буду как Семин. Не хотелось бы, да. Черт, блядь, это придется вырезать. Буду как кто? Как Семин. Это кто? Забей. Да? Не вырезай. Пускай... Гадают. В смысле? Ну, то, что ты не знаешь, что такое Семин, это не значит, что все не знают. Да, напишите в комментариях, кто такой Семин, если мы это оставим, конечно. Да, если Аскель останется в яме и будет задыхаться. В рот его ЧП. Все, первая рамка сварена, в распор. Опа. Не-не-не. Я знаю, что я делаю. Не часто я тебе такое говорю. Вообще довольно часто. А? Вообще довольно часто. Я хоть раз лажал при этих словах? Бля, здесь должна быть нарезка, но мы, к сожалению, это обычно не снимаем. Какая же ты крыса просто.
Блядь, да иди ты нахрен. Блядь, ты меня хуесосишь. Не, ты чё. Нас смотрит целых 3000 человек, блядь, и ты меня на 3000... Поболее. Он опять меня хуесосит. Сильно поболее, да. Там уже почти 3005 подписалось, как минимум. Ай, зачем ты ругаешь меня? Я не ругаю тебя. Хуесосишь просто. Ну, ты ж мою тачку гнобишь все время. Блядь, я твою тачку не гноблю. Да, твоя да. тачка – это идеальный источник материала для посыпания дорог, как бы. Чё это? За тобой ехать безопасно, дорога не скользит. Он старый, но песок из него не сыпется. Да, только ржавчина отваливается. Ну, на днях я еще и кусочками подшипников все посыпал. Кстати, пакет с ними у меня в машине лежит. Думаешь, что они за счет того, что родные снова разъебываться не будут? Чувствуют, как новые будут бояться, что стало со старыми. Ты их как оберег сам таскаешь? Нет, мне их отсыпали для нас, можем в пакете. А, то есть прям уже отсыпали, то есть их настолько разъебало. Там прям крошка, да. Ну, конечно, их когда вынимают, ломают. Ну, парни, когда вынимают подшипники, их ломают. Этого, конечно, не должно происходить, но... Вопрос? Почему твоя машина пережевывает подшипники до мусора? А, да, точно, она даже... Она американская. Себя превращает в мусор. Да. Он так постоянно делает. Стоит в телефоне, короче, сейчас, хуесосит меня, вот, и морально угнетает. И сейчас еще коронную свою, блядь, фразу скажет. Судя по всему, корону на этом канале. Ты чё, Константин, заболел? Чё? Я просто в телефоне это отвечал. Я говорил, блядь! На пару вопросов. Я камеру держу. Процесс идёт. Параллельно решаем какие-то вопросы. Ну чё, Google, мужик? Ох ты ж, ёшки матрёшки. Снег пошёл, ебать твой комендант бегал. Ничего не предвещало беды, но 7 марта выпал снег опять. Ой, ёшки. Только сегодня сказал, что ждём, когда всё растает, ага. Сейчас опять всё засыпет. Ну да. Андрей Андреевич, я... немножечко это... Я выполняю функцию струбцина. Нужно острое зубило. Вон лежало у тебя. Или ты ее недостаточно острое, да? Да, я... острое. Прям как твой язычок. Че принести? Зубило заточи или но острое принеси. Дай удлинитель, я болгарь. О, начинается. Дай удлинитель, блин. Зубило заточи, да. На удлинитель. Дай я потолку поставлю. Удлинитель с удлинителями. Да что ты тут? Мне нужен, блядь, человек, который будет камеру держать. Я затрахался, как тебе работать. Зови Акалину. Ее можно бить по соску, она будет. Запикивать. А? Запикивать, чтобы все. Будешь ходить, шлепать ее по соску, она... Антон! Она, кстати, очень парится теперь. Она боится, что к ней кто-то сзади подойдет из незнакомых и сделает ей... Ну вы поняли, да? Катя? Эй, покажи, что у тебя там интересного такого? Нихуя нету, да? Она. Вот эта доска, нихуя не видно, но вот эта доска. И сюда должен встать столб. Чтобы столб не подрезать, я разъебываю доску.
А он опять в телефоне, блядь. Да я работаю в нем, да, что, блядь, правки по видео. Ты что, онлифанщица? Нет, я не онлифанщица, я администрирую кучу всякой херни, которая меня бомбит. Бомбит, мам. Мне должна быть шутка, что онлифанщицам сейчас в России тяжело. На завод! Ну, мы, собственно, на заводе есть.